В 2000 году я заканчивал Белорусскую государственную академию музыки. Ну и в силу того, что я к тому времени уже учился, закончил музыкальную школу по аккордеону, закончил школу музыкальную по баяну, закончил музыкальное училище и заканчивая консерваторию, вот к тому времени у меня уже было, наверное, лет 16 профессионального музыкального образования. Но вот в колокола я никогда не пробовал. Ну и, наверное, опять же, это связано с символикой колоколов. Все-таки это звук колокола, мистически это голос Божий. Ну и, наверное, это был способ, крепкого церковления. Потому что, знаете, как говорят, никто не знает воли Божией на себе. Этим больше хотела заниматься моя жена. Но на тот момент у нас было двое детей. Одному было 3 годика, второму было, наверное, годик. И жена очень-очень хотела, и она мне сказала: «Слушай, школа звонарей открывается. И давай ты попробуешь, а я в следующем наборе». Как раз мы как были прихожанами прихода Божьей Матери всех скорбящих радостей. Настоятель, он как в прошлом музыкант-любитель и вот энтузиастом Александр Малиновский, вот они, у них была такая идея: давайте попробуем под колокольному звону учить. И вот на приходской звоннице пробовали учить именно звону. А потом, через какое-то время, через год или два, появился человек, который пожертвовал звонницу учебную именно для того, чтобы, можно сказать, чтобы это было не наверху, на всю округу, а чтобы это можно было поставить в помещение, и мы там стали заниматься. И вот в январе 2000 года вот это состоялся молебен, уже когда школе придали статус не приходских курсов, а школа звонарей, тогда это называлось Минского епархиального управления. Потом название много раз менялось, и в итоге мы сейчас преобразованы в отделение звонарей Минского духовного училища. И мы достаточно основательно учим всем правилам звона, всем приемам звона, различным звонам в различных традициях, потому что в зависимости от региона, в каком регионе храм находится, складывались традиции. И считается, что как восточные славяне, к которым мы с вами относимся, они как раз-таки вот превратили колокольный звон в какое-то особенное искусство. То есть так, как звонят вот белорусы, как звонят россияне, украинцы, так нигде не звонят. Употребление колоколов относится, наверное, вообще к глубокой древности. И вообще первичный жанр колокольного звона – это сигнал. Если это Древний Рим, это сигнал к поливке улицы в знойный день. Там, допустим, если прислугу звать, опять же, сигнал, чтобы слуга пришел. Но это ранние самые и самые примитивные использования колокола, колокольчика тогда, это правильно будет сказать. После Рождества Христова, после прекращение гонений на церковь, на христиан, стали думать, какой использовать инструмент для призыва к богослужению, о том, чтобы истинные верующие вообще знали, что начинается служба. Ведь никаких
средств массовых информации, вообще масс-медиа никаких не было. Обратились к тому же самому Ветхому Завету, посмотрели, что у нас там упоминается. Значит, первый инструмент, который упоминался, это была труба Иерихонская, или трубы просто ветхозаветные, которые именно как параллель проводила, что голос трубы – это голос Божий. Значит, сигнал трубы, значит, давайте попробуем, если мы используем уже более совершенный инструмент или другой инструмент на предмет, например, колокол, значит, автоматически колокол принимает у своего, можно сказать, там, прародителя или предшественника символику именно голоса Божьего. В дальнейшем уже, когда появились различные канонические звоны, эти уже звоны что-то обозначали. Если это проводной звон, которым провожают человека в последний земной путь, он исполняется от маленького колокольчика к большому, напоминая нам, как земной путь от рождения человека, удар во все колокола, это как переход в мир иной. А потом всегда радостный трезвон. Этот радостный трезвон означает, точнее, напоминает нам, что душа имеет жизнь вечную. И вот это вот просто радость и вера в бессмертие души, что жизнь продолжается, душа живет дальше. И, допустим, звон во все колокола получил название «Трезвон в честь Пресвятой Троицы». Первая часть как бы посвящение Отцу, вторая Сыну, третья Святому Духу. И вот этот звон во все колокола получил название «Трезвон». Минимальное количество колоколов или минимальный колокольный набор – это 3 колокола. То есть это то количество, на которое можно уже исполнять все канонические звоны Православной Церкви. Колоколов может больше быть, все зависит от благосостояния прихода, от меценатов, которые благодетельствовали приход дарением колоколов. У нас в Беларуси на сегодняшний день таких 5 самых оснащенных колоколен, где вес колоколов достигает, самого большого благовестника достигает 4 тонны. Есть где-то колокольни, где вес 5 тонн. Это количество храмов можно поместить ровно на одной руке, 5 штук. И сегодня мы как раз находимся здесь, в Раубичах, в храме иконы Божией Матери Млекопитательницы, где у нас вот одна из таких уникальных 5 колоколен нашей страны. Идеальный сплав для колоколов, идеальным сплавом является колокольная бронза. Ее еще называют исследователи высокооловянистая бронза. 80% меди, 20% олова. Уже когда колокол готов, очень важный момент, куда ударяет язык колокола. Есть так называемое звуковое кольцо. Вот здесь выступ как раз. И язык должен бить именно в звуковое кольцо, потому что это самое толстое место в колоколе, самое звучащее. Если звук бьет ниже, естественно, это уже не тот звук. Если он бьет выше, здесь какой-то момент был, что даже видно, что место удара было выше на 10 сантиметров, мы язык опускали. Это впоследствии приведет к расколу колокола, потому что если выше бьет, значит стенка тоньше, значит момент повреждения гораздо ближе и срок службы колокола. Считается, что звонарь во время звона обязан молиться, совершать молитву.
Но я скажу честно, как звонарь с 20-летним опытом, это очень-очень сложно, потому что нужно держать в голове всю эту форму, темп, и вот это управлять звон, чтобы звон был красивый, потому что ведь если звонарь начинающий будет пробовать свои умения во время звона молиться, то звон может развалиться. И поэтому в высшей степени мастерства, именно мастерства звонарского, я считаю, что когда человек уже умеет, ну, давайте как Юлий Цезарь, говорить, читать и писать одновременно на разные темы, то есть звонарь может красиво звонить и во время звона, ну, совершать самую краткую, но самую главную молитву. Да, определенный шум, определенный грохот, постоянный, он влияет, допустим, на слуховой аппарат. Это если брать просто, любой доктор скажет, что, допустим, шумное производство, поэтому все в наушниках. Но как музыкант, профессиональный музыкант, я закончил Белорусскую государственную академию музыки, магистратуру, и занимаюсь колокольным звоном уже 21 год, могу сказать, что мой слух никак не изменился в худшую сторону, то есть никак не пострадал. 28-30 часов колокольного звона в неделю проходит через мои уши. То есть при такой нагрузке слух абсолютно не пострадал. При грамотном устройстве колокольни звонарь стоит либо чуть-чуть выше колоколов, вот можете сейчас посмотреть мой рост, и колокола. Колокола находятся на уровне грудной клетки и ниже. То есть весь звук от звукового кольца проходит как раз-таки не на уровне ушей и ниже головы. И это не влияет на слух никаким образом. Когда в середине 20 века в Германии появился так называемый дигиталь-орган, ну, электронный орган, и сейчас от него большинство храмов лютеранских в Германии избавились. Электронный звонарь – это своего рода веяние мод, да, это здорово, красиво, это очень удобно. Нажал на кнопочку – колокола зазвонили, нажал на кнопочку – колокола не зазвонили. В первую очередь звонарь точно так же молится, ведь звонарь – это одно из первых ступенек церковного служения. Это буквально в смысле душеспасительный момент, что человек хочет служить ради самого Христа. И вот установив электронную систему звона, мы тем самым лишаем возможности людей, ну, служить Христу. Вот те единицы, да, их буквально там 5 приходов, где уже эту электронную систему звона установили. В одном из приходов 12 обученных звонарей, в другом приходе, ну, это уже не Минск, да, в другом приходе, наверное, 6 или 8. Никого из звонарей туда не пускают по одной причине, а вдруг сломают. Затем это все-таки не одну копейку стоит. Это очень дорогое, я не буду там цифры называть, это очень дорогое удовольствие. И в принципе можно сказать, что отчасти это все направлено на выкачивание средств из прихода. Это точно такой же бизнес, давайте честно говорить все своими словами. Называть. У нас на отделении звонарей Минского духовного училища учатся абсолютно все сословия социальные, то есть начиная от простых рабочих и заканчивая, я говорю, как уже перечислил, врачами, инженерами, там, военными, милиционерами, музыкантами. Абсолютно все социальные сословия проходили у нас обучение. Это момент душевного подъема и момент желания Христу служить. И поэтому люди могут иметь мирские профессии, кто-то может быть инженером, кто-то быть может доктором. Почему говорят, что это церковное народное искусство? Это вот, ну, фраза «медведь на ухо наступил» — это фраза вообще второй половины 20 века. Это фраза не свойственна для славян. Все умели танцевать, все умели петь, и звонить-то умели все, от мала до велика. Поэтому оно до начала 20 века, искусство колокольным звоном, не считалось искусством. Да, звон у нас есть, но как бы, да, все умеют звонить. Ну иди позвони там. И вот, прочитав и услышав такое, да, людям интересно, ну, попробовать хотя бы. Многие приходят, говорят, я не умею. Вот, Богдан Владимирович, вы знаете, что я точно звонить не буду. Там у меня вот был опыт горький, меня там в школу отдавали, учителя через 2 урока выгоняли, вызывали родителей, говорили, заберите своего ребенка, с ним ничего не сладишь. А человек становился прекрасным звонарем, да, у него все прекрасно получалось. Удивительное наблюдение. Я, наверное, люблю тишину.
Потому что, когда на занятиях в школе музыкальной ты слушаешь с ребенком музыку, ты слушаешь его все ошибки, там, учишь его, потом там, с ребенком играешь, с детьми, с несколькими играешь в ансамбле там, или там, в небольшом оркестрике, да, опять же, музыка, ты опять же что-то говоришь, что-то учишь, а потом приходишь, слушаешь колокольный звон, и это постоянное сопровождение, оно бывает, наверное, когда хочешь послушать. Что-то особенное, да. Ну, я не могу сказать, что это что-то особенно любимое. Как-то, наверное, лет 30 назад я мог это сказать, сейчас нет. Я люблю, ну, под любое настроение можно послушать разную музыку. Да, замечательная музыка есть, если там брать таких стариков, как Скорпионс, у них тоже есть. Наших рокеров, таких как Гребенщиков, да, который мне когда-то мог не нравиться совсем в детстве, да. Да, музыка интересная.